Почта России нашла способ ускорить доставку писем и посылок до адресатов. Уже до конца года появятся круглосуточные пункты для самовывоза посылок и в Москве, и в Санкт-Петербурге, пишет сегодня газета РБК «Дели». Там руководство компании рассчитывает сократить очереди в отделениях. Днем многие не могут попасть на почту, поэтому в удобное время образуются очереди. Поэтому теперь клиенты смогут выбирать, где забрать посылку – в отделении или на складе. Пункты самовывоза расположатся в складских помещениях почты, поэтому нововведение почти не потребует дополнительных вливаний. Кроме того, Почта России собирается ввести СМС-оповещение о перемещениях посылок для юрлиц, а в крупных отделениях для корпоративных клиентов появятся отдельные окна. От Почты России звучат обещания наладить работу после весеннего коллапса. В апреле в столичных аэропортах и на таможенных постах скопилось порядка 500 тонн посылок, в основном заказы россиян из зарубежных интернет-магазинов. Почта тогда заявила, что таможенники не успевают досматривать корреспонденцию. ФТС ответила, что это почта не успевает вывозить уже проверенные посылки.